Приветствую всех на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре 19 января, пятница. Ну а в нашем эфире продолжается марафон добрых вечеров, посвященных 80-летию Гомельской области. Друзья, сегодняшний наш вечер открыли замечательные артисты, народный коллектив «Голоса» Калинковичей. Ваши аплодисменты. Ну а в гостях у нас сегодня Калинковичский район.
Итак, друзья, Калинковичский район сегодня в гостях у программы «Добрый вечер». Вы знаете, хотелось бы сразу раскрыть некоторые карты. Поверьте, сегодня будет достаточно много интересных и незабываемых встреч, но я бы хотел рассказать о этой красоте, которая сегодня у нас находится в студии. Если честно, впервые вижу такого мастерства, такого профессионализма, такой красоты работы. И более того, я хочу вас познакомить с мастером, который все это сделал. Я хочу пригласить сюда, ну, не ошибусь, если скажу, что это мастер «Золотые руки», заместитель директора по учебной работе Калинковичского лицея, ремесленник Константин Иванович Иванин. Здравствуйте! Спасибо, что заглянули к нам на огонек. Расскажите, как правильно называется это ремесло, и неужели все это сами сделали своими руками? Художественная резьба по дереву. Вот это дружеские шаржи на великих людей. Это Владимир Басов. Угу. Похож. Это Леонид Якубович. Слушайте, одно лицо. Это Александр Хмыля, всесоюзный Дед Мороз, Мама Морозка. А это знаменитый писатель Александр Грин. «Алые паруса, бегущие по волнам». Вот это его дружеский шар. Вы знаете, это достойно бурных продолжительных аплодисментов. Скажите, давно ли в руки взяли нож, стамеску для того, чтобы обычный кусок дерева превращать в настоящие шедевры? Более 40 лет. Где-то вот Московская Олимпиада, 80-й год, вот где-то с этого времени. Великолепно. Друзья, ваши аплодисменты. И если я не ошибаюсь, сегодня у нас прямо в студии здесь будет организована мини-мастерская с настоящим мастер-классом. И, возможно, прямо в студии за этот эфир родится еще один шедевр. Да, наверное. Эти аплодисменты вам. Пожалуйста, проходите. Пока Константин Иванович приступает к работе, мы еще вернемся к этой мини-мастерской. И вот честно обещаю, даже я попытаюсь, если, конечно, мне в руки дадут нож и стамеску, что-нибудь интересное. Во всяком случае, не навредить очередному шедевру. Ну, а пока что, друзья, с огромным удовольствием спешу пригласить моего следующего гостя, заместителя председателя Калинковичского районного исполнительного комитета Сергея Терентьевича Булавко. Давайте встречать его бурными аплодисментами. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу, проходите, присаживайтесь. Сергей Терентьевич, вот в рамках празднования 80-летия Гомельской области сегодня у нас Калинковичский район. Если честно, ждал вас с особым волнением. Несколько раз бывал в гостях в вашем районе. Если честно, очень-очень впечатлен. Расскажите, какой он сегодня, Калинковичский район? Чем живет? Какие люди? Чем гордится? И что в нем есть такого особенного и необычного, чего больше нет ни у кого на планете Земля? Вообще, Калинковичский район расположен в юго-восточной части Беларуси и занимает площадь почти 27,5 тысячи квадратных километров. Впервые про Калинковичи упоминание было в 1552 году, когда он входил в состав поэта Мозырского Великого княжества Литовского. В 1882 году в Калинковичах была построена железнодорожная станция. А с 1925 года Калинковичу был присвоен статус города. На сегодняшний момент в Калинковичи входят 129 сельских населенных пунктов и один поселок городского типа Заречи, которые входят в состав 18 сельских советов. 18 сельских населенных пунктов имеют статус агрогородков. Численность нашего района составляет 60 тысяч человек, из которых 40 проживают в городе и 20 тысяч проживают в сельской местности. Из них трудоспособного 33 тысячи человек населения. Вообще Калинковичский край – это самобытный такой уголок Полесья, где удивительным образом сочетаются элементы древности и современности. Он является крупнейшим железнодорожным узлом на сегодняшний день, связывает Беларусь, Россию и Украину. Ну, вот каждому району, безусловно, есть чем гордиться. Есть какой-то предмет для гордости, какой-то объект. А тех людях, которые живут на территории Калинковичского района, мы, безусловно, поговорим немножко позже. Они все ждут своего выхода в эту студию. А вот на ваш взгляд, чем гордится район сегодня? И своими достижениями, и своей продукцией, выпускаемой предприятием. Но в первую очередь район гордится, конечно, людьми,
благодаря талантам которых и трудолюбию которых район развивается и с оптимизмом смотрит в будущее. Район неоднократно наш признавался победителем соревнований социально-экономического развития с занесением на доску, областную доску, республиканскую доску почета. Также неоднократно район признавался победителем соревнования по санитарному состоянию и благоустройству населенных пунктов. В 2015 году город Калинка еще был признан лучшим для ведения бизнеса в Беларуси. Ну, есть какие звания поддерживать и есть к чему стремиться. Так, точно. Вы знаете, то, что прочитал на официальном сайте города Калинковичева, то, что касается промышленности и производства. Деревообработка, строительные материалы, пищевая промышленность, железобетонные изделия, бытовая химия, мебель, продукты питания. Все ли я перечислил или что-то упустил из виду? Ну, практически все, да. У нас большая промышленность, развитые предприятия. Ну, среди них самое крупное – это, конечно, акционерное общество «Калинковичский мясокомбинат», открытое акционерное общество «Калинковичи хлебопродукт», ремонтно-механический завод, производственно-унитарное предприятие «Калинковичский молочный комбинат», мебельный комбинат. Не стоит также обходить вниманием и железную дорогу. Сегодня на железной дороге работает практически 7% населения Калинковичского района. Это много или… Это много. 7% от 33 тысяч трудоспособных – это много. Вот, вы знаете, хотелось бы тему железной дороги продолжить. Не зря мы так вот уже дважды упомянули ее в нашей с вами диалоге. Важный момент, который присущ вот Калинковичскому району, в частности, Калинковичам, если я, конечно, не ошибаюсь. Это его расположение. И так получилось, что город построен вокруг железнодорожной станции. Если я правильно понимаю, сначала образовался железнодорожный узел, а вокруг него уже начали разрастаться Калинкович. Если не так, вы меня поправите. Совершенно верно. Вы знаете, к продолжению нашего разговора я хочу пригласить нашего следующего гостя. Друзья, конечно, под ваши аплодисменты, заместитель директора по идеологической работе локомотивного депо города Калинкович Владимир Александрович Змушко. Здравствуйте. Вы прямо, наверное, к нам с работы, прямо по форме. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, как дела на железной дороге сегодня? Ну, железная дорога у нас работает, скажем так, развивается. Обновляемся, покупаем новый подвижной состав, чтобы наши пассажиры ездили с комфортом, быстро добирались до места назначения. Ну вот все-таки давайте вернемся к тому моменту, что сначала появился железнодорожный узел, железнодорожная станция, а потом уже вокруг вокзала, скажем так, образовался город Калинковичи. Вот... Да. Начало пошло в 1882 году. Железная дорога проходила рядом с Калинковичами, а с 1886 года Калинковичи стала станцией, скажем так. И после этого пошло развитие Калинкович. Когда в 1910 году построили железную дорогу Санкт-Петербург-Одесса, Калинковичи вообще пошли развиваться очень бурно. И с 1925 года благодаря этому получили статус города. Ну и на сегодняшний момент из Калинкович можно добраться до Бреста, Гродно, Витебск, Санкт-Петербург. Это все без пересадок. До Москвы, Кишинев. В любую точку, можно так сказать, мы можем доставить пассажиров. По большому-то счету можно сказать, что ваш вокзал – международный вокзал. Да. А какие направления, вот, кроме того, что вы перечислили, самые дальние точки, куда можно отправиться, например, без пересадок с вокзала Калинковича? Ну, давайте начнем с того, что без пересадок. Без пересадок – это Санкт-Петербург и Москва. Угу. Вот, это дальняя точка, с пересадками – это уже куда фантазия заведет пассажира. Отлично. Но я думаю, что железная дорога такого высокого уровня, наверное, должна иметь и техническое оснащение, потому что главный пользователь, безусловно, пассажир. Что сегодня вокзал предлагает пассажирам? У нас на вокзале уже, в принципе, этим не удивишь. Уже есть точки доступа Wi-Fi, интернет бесплатно. Любой пассажир может пользоваться, инфокиоски. А вот тот факт, что через железнодорожный вокзал Калинковичи проходит столько много железнодорожных транспортных сообщений. И это мы рассказали только про пассажирские, а ведь еще очень много товарных проходит. Ну да. Ежедневно со станции Калинковичи отправляются в среднем 29 поездов в различные направления.
Допустим, наше депо за 2017 год перевезло 6 миллиардов тоннокилометров брутто. Это, ну, довольно-таки большая цифра. И за последние 5 лет это, ну, один из лучших показателей у нас. Только, ну, в 2013 году мы этот показатель не побили. А так за это время работаем хорошо. Скажите, а даже затрудняюсь, кому адресовать следующий вопрос. Вот такое расположение на развитие города, на экономику и города, и района. Каким образом влияет? Транспортная логистика. Если удобно, скажем так, и быстро, и дешево доставить, скажем так, если это удобно доставить, поэтому и на экономику это влияет. Я думаю, что железная дорога, допустим, для нашего района Калинковицка является основным налогоплательщиком. Поэтому будет работать железная дорога. Я так считаю, что железная дорога – это лакмусовая бумажка нашей экономики. Работает экономика, работает и железная дорога. Аплодисменты всей железной дороге и тем людям, которые создают комфорт в этом виде транспорта. Вы так много всего знаете про свою работу, и что-то мне подсказывает, что вы являетесь представителем далеко не первого поколения этих людей, которые занимаются железнодорожным делом. Рассказывайте. Как ни странно, я первый представитель своей семьи. Ладно. Да, первый представитель. Но да, у нас железная дорога славится династиями. И династии вот у нас доходят до 6 поколений. Недавно даже наша династия из депо представляла нашу область, Гомельскую область, железную дорогу, на дорожном конкурсе, достойно выступили. Вот они состоят из 6 поколений. Еще начали в 1886 году. Эта династия пошла. Спасибо вам большое за этот интересный, удивительный рассказ. Друзья, безусловно, главное богатство любого региона – это, конечно же, люди. Калинковичский район тому подтверждение. Ну а воспитание начинается, конечно же, с самого детства. Не переключайтесь, следующие мои гости расскажут много интересного того, что происходит и чем живет Калинковичский район. Оставайтесь с нами. Друзья, этим добрым вечером мы продолжаем марафон, посвященный 80-летию Гомельской области. Сегодня у нас в гостях, ваши аплодисменты, Калинковичский район. Ну и, конечно же, продолжаем встречать в этой студии лучших представителей и говорить о том, чем же сегодня живет этот замечательный район, который располагается в Гомельской области. Итак, друзья, я хочу к нашему разговору пригласить начальника отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома Инну Викторовну Губар. Здравствуйте! Здравствуйте, прошу вас, проходите, присаживайтесь. Мы уже тут познакомились и с уникальным местом расположения города Калинковичи и района. Познакомились и с мастерами «Золотые руки». К разговору о них мы еще вернемся. Рассказывайте, какие же люди в Калинковичах, какое поколение растет, о чем мечтает. Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде всего, я хочу представить вам немножечко систему образования нашего района. Сегодня образование Калинковичского района – это 29 школ, одна гимназия, 25 учреждений дошкольного образования, дошкольный центр развития ребенка, два учреждения дополнительного образования, центр творчества детей и молодежи Калинковичского района и эколого-биологический центр детей и молодежи. Две спортивные школы, физкультурно-спортивный клуб. И везде кругом дети, молодежь. Везде кругом дети, подростки, молодежь. Слушайте, это просто замечательно. На самом деле, действительно, наша система образования – это живой, динамичный, развивающийся механизм, организм, который активно внедряет инновационные технологии. Вообще, по моему глубокому убеждению, в сегодняшнее время существует только два типа учреждений по степени внедрения этих самых информационных технологий. Это учреждения, которые активно внедряют информационные технологии, и учреждения, которые, к сожалению, умерли
уже вчера, но это не о нас. Угу. На самом деле сегодня мы активно работаем над качеством образования. И в первую очередь одно из важнейших направлений работы – это работа с высокомотивированными, одаренными учащимися. Я хочу с удовольствием сообщить радостную для нашего района новость. Буквально на прошлой неделе состоялся областной этап Республиканской олимпиады по учебным предметам. И наши ребята вернулись с достойными наградами. У нас 14 дипломов различных уровней. Аплодисменты! Друзья, ваши аплодисменты! Буквально вчера у нас состоялась уже ставшая традиционной в нашем районе церемония чествования талантливых, одаренных учащихся, которую мы проводим уже третий раз в активном взаимодействии с Куровской епархией. Но я хочу отметить, что в первую очередь это заслуга наших педагогов, творческих, ответственных, целеустремленных. И сегодня я хочу назвать их имена. Конечно, конечно. Это учитель географии гимназии города Калинковичи Луговой Виктор Владимирович. Это учитель русского языка и литературы средней школы номер 2 Кравченко Наталья Ивановна. Это учитель биологии средней школы номер 7 Процка Тамара Михайловна. Отрадно отметить, что в этом списке, в достойном списке, не только педагоги городских учреждений. Так, в Бобровической средней школе работает учитель технического труда Савицкий Виктор Николаевич, который уже более 10 лет готовит победителей не только областного, но и республиканского этапа олимпиады по учебным предметам. То есть, давайте поаплодируем. Передадим из студии «Доброго вечера» наши поздравления, ну и, наверное, так держать. Если Спасибо. Я правильно понимаю, что то в системе образования настоящие, ну не, не только профессионалы, а люди полностью отданы, преданные своему делу. Накануне знакомился с некоторыми особенностями в системе образования, если честно, был впечатлен. Взаимодействие, как вы вот уже сказали, с православной церковью. Ученическое самоуправление, вот это вот вызвало у меня... Знаете, много вопросов. Что такое ученическое самоуправление? Это как? Я помню, когда сам учился в школе, были у нас дни самоуправления, но это было весело. Что такое ученическое самоуправление сегодня? На самом деле, говоря об ученическом самоуправлении, мне хочется в первую очередь сказать о нашей современной молодежи. Конечно же, вы этот вопрос мне не задавали, потому что он достаточно избитый. Какая она нынешняя молодежь? И я не буду отвечать на него, говоря, что она у нас сегодня талантливая, да, креативная, творческая. Я хочу сказать одно. Наша молодежь действительно сегодня достойная. И я уверена, что с такими детьми, подростками, мы с вами уверены в будущем нашей страны. На самом деле ученическое самоуправление – это возможность проявить себя, быть активным, инициативным. А задача нас, взрослых педагогов, эту активность в детях поддерживать. Деятельность наших органов ученического самоуправления достаточно разнообразна. Это и совет кадетов, который существует сегодня в средней школе номер 6. Это и гимназическая республика. Но все они аккумулируются на базе Центра творчества детей и молодежи под эгидой районного совета старшеклассников. Что конкретно делает районный совет старшеклассников? Это реальные проекты, которые реализуют сами дети. Приведу лишь некоторые из них. Например, несколько лет назад активно реализовывался проект «Лучший тинейджер», в ходе которого ребята, активисты совета старшеклассников, работали с ребятами, нуждающимися, скажем так, в особом внимании. Существует также проект «Реклама средств массовой информации», в ходе которого наши активисты совета старшеклассников работали со средствами массовой информации, которые существуют сегодня и активно развиваются в наших учреждениях образования. Это и школьные газеты, и радио, и даже гимназическое телевидение. Да-да. Хорошо, но одно дело, что ребята сами являются генераторами идей, придумывают это все, предлагают на обсуждение, но кто эти взрослые люди, которые думают с детьми на одной волне? Это же тоже не просто так сделать, рассуждать так же, как современное подрастающее молодое поколение. Кто эти отважные люди, генераторы идей в Калинковичском районе?
Конечно, конечно, это педагоги. Наши творческие, молодые, креативные, инициативные педагоги. И я хочу рассказать еще об одном интересном опыте, который связан неразрывно с деятельностью ученического самоуправления и с вот именно теми самыми творческими и креативными педагогами. Дело в том, что на базе районного совета старшеклассников у нас уже более 10 лет действует такой интересный проект. Это совместный плод деятельности нашей районной редакции газеты «Калинковицкие новины» и отдела образования, спорта и туризма, спецвыпуск «Школьная страна», который выходит ежемесячно, который представляет самые интересные события из жизни системы образования нашего района и который работает сегодня под эгидой молодого талантливого педагога. Друзья, ваши аплодисменты. Но вы знаете, продолжая разговор о лучших людях и в частности в системе образования, я бы хотел к нашему разговору пригласить еще одну участницу, которая принимала участие в конкурсе «Учитель года». Вот пока она не зашла в студию, что еще можете про нее сказать? Рассказать об этом учителе? Я думаю, что если я скажу, что это лауреат республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь», учитель истории средней школы 1 Хазанович Эмилия Эдуардовна, то этим будет все сказано. Эмилия Эдуардовна Хазанович сегодня тоже у нас в студии. Здравствуйте! Рады видеть вас. Присаживайтесь. Сразу первый вопрос. Каково это носить титул «Учитель года»? Ответственно, интересно, увлекательно, потому что это дает возможность общения с новыми людьми и общения с единомышленниками, которым также интересно работать с детьми и которым также интересно преподавать в школе. Конкурс был республиканский. Какие были условия, требования, какими качествами должен обладать человек, претендующий на это звание? Ну, безусловно, профессиональное знание своего предмета, безусловно, профессиональное знание методики преподавания, современных приемов, технологий, методов, выдержка, потому что конкурс предполагал уроки в незнакомых классах, конкурс предполагал мастер-классы для студентов в незнакомых группах. Поэтому это было удивительным приключением и очень интересным опытом. Угу. Ребята, ваши ученики из родной школы, как помогали морально, может быть, как-то физически подготовиться к этому достаточно нелегкому, но, как вы сказали, интересному приключению? Физически во время уроков, в ходе обычной профессиональной работы, но во время конкурса, конечно, морально. И это было очень важной поддержкой. Эти аплодисменты вам. По каким направлениям, на каких направлениях еще необходимо было бы сделать акцент? Я имею в виду, что есть в Калинковиче, в Калинковичском районе, из новаторских направлений, которыми можно гордиться? Следует внедрять, можно гордиться, конечно. В любом случае, сегодня мы не должны упускать такое важное направление в образовательном процессе, как воспитание. Воспитание и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не давая знания, и каждое знание действует воспитательно. Так говорил Лев Николаевич Толстой, и с этой истиной трудно не согласиться. На самом деле мы формируем успешного человека. Неважно, кем он будет, педагогом, юристом, доктором, строителем. Самое главное в жизни профессия – быть человеком. Вот этому мы сегодня должны учить наше подрастающее поколение. Вот вы знаете, сейчас мне еще хочется вспомнить один момент одних людей, которые прославили не только Калинковичский район Гомельской области, но и, наверное, всю нашу страну на конкурсе «Семья года». Давайте им поаплодируем. Конечно. Давайте поаплодируем нашей замечательной семье Петрушко. Конечно, конечно, с удовольствием. И это действительно свидетельствует о том, что у нас достаточно ярко, интересно развивается такое направление воспитательной работы, как, собственно, семейное воспитание. Потому что сегодня действительно в районе существуют и ресурсные центры по семейному и гендерному воспитанию на базе средних школ номер 2, 4, 7. У нас 28 семейных клубов в районе. У нас стали традиционными отцовские конференции. Наиболее интересно, они проходят в средней школе номер 4.
Проходят они по-разному, с применением разных форм. Но это не только встреча за круглым столом отцов. Согласитесь, не так просто их собрать сегодня даже в рамках 6-го школьного дня. Потому что все занятые. Конечно, конечно. Но это и совместные спортивные, в том числе, мероприятия. Так, в декабре на базе средней школы номер 6 у нас был открыт семейный папа-зал. Занятия проводятся вот каждую среду. Пожалуйста, мы приглашаем всех пап вместе с детками. Поэтому это достаточно живо, интересно и необычно. Но в любом случае мы приветствуем отцов в стенах наших учреждений образования. И еще один интересный проект, о котором я бы хотела сказать, и который стартовал в нынешнем учебном году, это проект «9 родительских суббот». Это своеобразная родительская школа, заседания которой, занятия в которой проходят ежемесячно, на которых рассматривается различные аспекты воспитания. Ведь сегодня, скажем прямо, родителям не хватает компетентности во всех вопросах, да, по поводу воспитания детей. Поэтому мы изучаем проблемы и психологической зависимости, интернет-зависимости и различных других вот таких моментов, которые возникают в воспитании детей. У меня к Эмилии Эдуардовне вопрос. Скажите, а чего не хватает современному молодому человеку? Ну, в частности, современному молодому жителю Калинковичского района. Современному молодому жителю Калинковичского района, может быть, не хватает организации досуга, новых модных учреждений, которые он бы мог посещать. Может быть, тех учреждений, которые связаны с интернет-гаджетами или еще чем-то, что привлекает молодых людей. А может быть, организации такой формы досуга, когда они могли бы общаться вживую, потому что живое общение, к сожалению, на сегодняшний день у нас западает. Безусловно, его никто не заменит, живое общение. И может быть, каких-то молодежных кафе, которые были бы нацелены специально на эту аудиторию. Ну и я уверен, что на системе образования, как ни на ком другом, лежит огромная миссия исправить эту ситуацию в лучшую сторону. Безусловно, поэтому школа делает все возможное, организуя различные мероприятия, конференции, семинары проводят не только с детьми, но и с родителями, потому что очень часто не хватает еще и общения родителей с детьми. Инна Викторовна, а еще в Калинковичском районе, я знаю, есть очень классные ребята, я, наверное, не ошибусь, если именно так их назову, в частности, мои будущие коллеги. Я бы хотел, чтобы вы нам их представили и поближе с ними познакомили. Я с удовольствием представлю вам их, уважаемые телезрители, уважаемые участники нашей сегодняшней встречи. Это действительно лучшие учащиеся нашего района по всем направлениям. Это активисты нашего районного совета старшеклассников, а также юные журналисты объединения по интересам, которое сегодня функционирует на базе Центра творчества детей и молодежи, и которое занимается ежемесячным выпуском нашего приложения «Школьная страна». Давайте их встретим аплодисментами. Они сегодня присутствуют у нас в нашем зрительном зале. И с вашего позволения, можно я пойду с коллегами с будущего пообщаюсь? Конечно, обязательно. Давайте аплодируем. Итак, давайте с вами знакомиться. Добрый вечер, Гомель. Я Андрей Сковец, участник клуба «Золотое перо». Учусь в средней школе номер 3 города Калинковичи. Привет, Андрей. Эти аплодисменты тебе. Дальше. Здравствуйте, меня зовут Флягина Маргарита. Я учусь в гимназии города Калинковичи. И так как вы знаете, у нас действует наше собственное гимназическое самоуправление. Уже знаю, не только я, вся Гомельская область. Я являюсь президентом. Ух ты. Позвольте пожать вашу руку. Знакомимся дальше. Добрый вечер, меня зовут Забавка Елена, и я являюсь председателем районного совета старшеклассников. Эти аплодисменты вам. Спасибо. Добрый вечер, меня зовут Скобарова Анастасия, я вхожу в состав клуба «Золотое перо» и учусь во второй школе. Знаете, очень приятно познакомиться с вами, мои коллеги, можно я вас так буду называть. Ну, рассказывайте, о чем же интересно вам писать и какими работами уже можно гордиться. Начнем с вас. Ну, вообще, мы используем разнообразные темы. По большей части это актуальные. Мы пишем про экскурсии, походы учащихся школ города, района или Центра творчества детей и молодежи. Давайте сделаем так. Я вот вам доверю мое орудие труда, микрофон. Вы мне дайте, пожалуйста, газету. Пожалуйста, это «Школьная страна» за 16-й год. Давайте сделаем так. Вы пока рассказывайте, а я пока почитаю.
Мы проводим интервью с интересными личностями нашего города. Ну, вот кратко о том, что мы пишем в наших статьях. А где здесь вот можно посмотреть ваши статьи? Пожалуйста. Ага. Чем сегодня живет газета «Школьная страна» и какие темы могут появиться на ее страницах? Темы там появляются разнообразные. Допустим, описываются экскурсии, актуальные события, мероприятия, все, что интересно знать читателям. И кроме того, там героями этих статей являются ребята, которые преуспели в учебе, творчестве или спорте. И многие интересные люди, которых мы берем интервью. Вы знаете, ребята, есть... У вас, безусловно, старшие коллеги. Это газета «Калинковицкие новины», с которой мы, кстати, тоже очень сильно дружны. Расскажите, как происходит общение с вашими старшими коллегами из серьезного издательства? Общие такие мастер-классы, когда журналисты «Калинковицких новин» рассказывают нам о работе, о деятельности газеты, о том, в каких местах они побывали, да, и рассказывают вообще о том, как должна выглядеть газета, как должны строиться статьи и многое другое. Ну, по-моему, вот «Школьная страна» прекрасно выглядит. Если бы, например, ко мне в почтовый ящик попала такая газета, прочитал бы ее от первой буквы и до последней. Эти аплодисменты вам. Продолжайте в том же духе. Держите. У нас сегодня в гостях присутствует заместитель главного редактора газеты «Калинковицкие новины». Здравствуйте. Эти аплодисменты вам. Ваши юные коллеги, как вот чувствуете, сказать, что уже, ну, скажем так, дышат в затылок, может быть, или создают, конечно, хорошую, здоровую, конечно, конкуренцию? Это, да, и это полезная такая, скажем так, взаимосвязь с молодым поколением. Мы через них познаем, какие темы актуальны, что им интересно. Кстати, а что им интересно? Многое. Хорошо, спрошу по-другому. Вот какое самое серьезное задание вы бы могли доверить вашим юным журналистам? Журналистское расследование. Я хотел бы еще добавить, что, конечно, в этом году ровно 10 лет, как мы сотрудничаем, выходит «Школьная страна». И именно за этот проект мы удостоены золотой литеры. Ну и раз уже мы находимся в этой студии и отмечаем юбилей нашей Гомельщины... И презентуем Калинковичский район. И презентуем Калинковичский район. Мне хотелось бы сказать, что именно сегодня, 19 января, районной газете исполняется 77 лет. Да и ладно? Да. И все это время, все эти годы мы вместе со своим районом. И в радостях, и в горестях. Какой сегмент мы не обозначили еще в системе образования? О чем я забыл спросить? Об образовании можно говорить бесконечно. Это безусловно. Поэтому, в принципе, в образовании, как и в любой отрасли, существуют сегодня какие-то даже определенные проблемы, да, об этом мы не можем умалчивать. Но, тем не менее, я считаю, что любая проблема – это всего лишь нереализованная возможность. Поэтому я хочу сказать, что сегодня у нашей системы образования существуют нереализованные возможности, и у нас все впереди. Скажите, к юным журналистам часто обращаетесь, например, за советом или с просьбой осветить тот или иной материал, затронуть ту или иную тему, написать ту или иную статью? Вы знаете, эта тема для меня не просто очень интересна, очень близка. Очень близка, потому что на самом деле я стояла у истоков создания этой газеты и начинала работать в «Школьной стране». То есть вы поэтому... тоже были школьным, да, журналистом? Да, 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 да. Поэтому я знаю, насколько это важно взаимодействовать со взрослыми, с педагогами. И я сегодня, и детям, соответственно, с нами, я сегодня с удовольствием прихожу к ребятам. Буквально в январе у нас состоялось заседание районного совета старшеклассников, такой живой диалог, настоящий разговор. Я понимаю, что это не последняя наша встреча, у нас будет их еще много, и действительно это очень полезно. Поэтому общаемся, разговариваем на любые темы, и я думаю, что вот именно этот совместный диалог – это наш результат.
Ваши аплодисменты, друзья. Есть у Калинковичского района еще один эксклюзив. Безусловно, это бренд района. Пресловутые автюки со своими песнями и, конечно же, народные умельцы. Совсем скоро мы с ними познакомимся чуть ближе. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Наш марафон, напомню, посвящен 80-летию Гомельской области. В гостях у нас сегодня Калинковичский район. Со многими людьми мы уже успели познакомиться. И вы знаете, вот я ждал этого момента, когда, например, мне тоже нужно будет пройти небольшой мастер-класс и взять стамеску в руки. Потому что, вот признаюсь, со школьных лет, с уроков труда я не брал стамеску в руки. И хотелось бы сейчас, воспользовавшись моментом... Так. Слушайте, похож на медицинский скальпель. Да, это есть обыкновенный скальпель, да. Угу. Вот здесь вот у нас вот лапа у друга, а вот этот вот второй друг. И для того, чтобы было понятно, мне предстоит вот приложить руку к производству вот этого деревянного арт-объекта. Это кот, да? Да. И, а это рядом собака. Рядом. А, я только увидел кота, собаку не заметил. Друзья, здесь и кот, и символ нынешнего года собака. В общем, именно эту картину мне предстоит немножко, как минимум, не испортить. Константин Иванович, скажите, а вот ваших учеников, которые приходят к вам на занятия, вы так вот тоже смело даете вот острые предметы и... Ну, не сразу, но когда немножечко обвыкнуться, тогда можно и доверять острые предметы. С чего же начать? Я так понимаю, что нужно для начала повырезать все вот эти вот заусенцы. Да, да. Я пока буду стараться ничего не испортить. Вот расскажите, вот мы уже выяснили, что 40 лет вы в этом ремесле. Да. А с чего все начиналось? От кого вот это вот пошло? У меня дед, точно так же его звали, как и меня, Иванин Константин Иванович, делал мебель, писал картины. И вот таким образом через мать, через поколение передалось мне. То есть я не имею образования по художественному ремеслу. Я закончил математический факультет Гомельского университета, сам математик. Угу. Ну а в свободное время занимаюсь вот этой резьбой. Начал я работать в сельской школе, где было печное отопление. И целый двор заготовок. То есть дрова были... под руками. И, наверное, особенно в осенне-весенний период, когда уже отопить особенно и не надо. Да, когда остались чурбачки, которые уже никому не нужны. Первую, кстати, вашу работу помните? Боже мой, да она у вас еще и сохранилась. Она и сохранилась. 40 лет ей. Да. Друзья. Это, кстати, кто? Будешь делать зарядку или не будешь? Если не будешь, то будешь таким. А если будешь? А если будешь, будешь шикарно. Как вы, в прекрасной физической Спасибо. Форме. Ваши Спасибо. Аплодисменты. Скажите, а всем ли доступно вот это вот мастерство, которым вы владеете? Нет, это желание человека. Если у него получается, проще всего попробовать на тесте. Тесто mm-hmm. сделал... соленого фигурку. Получилось. Можно уже, как говорится, и... То есть производство фигурок из соленого теста вам тоже доступно и подвластно? Да, доступно. Стесняюсь спросить, стамесок много у вас? Не считали, сколько штук сегодня в арсенале? Нет. Хотя и математик, но считаю, что это бесполезная трата времени, потому что сегодня одна стамеска нужна, завтра понадобится другая, послезавтра третья. Любимый материал из дерева. Так, любимая порода вот это, дерева, по которой вот вы у нас любите ива. Работать. Угу. Вот это у нас осина. Давайте, кстати, покажем вот это начало из осины. Это тоже, друзья, не просто так. Это тоже дружеский шарш на кого-то из ваших друзей. Рассказывайте, на кого. Это Александр Морозов, клоун из «Кривого зеркала». Ваши аплодисменты. Скажите, а... что сегодня, можно так назвать, изображают, производят, рисуют, вырезают ученики вашей студии? Ну, в основном, как говорится,
Я считаю, что если заканчиваешь сельское профессиональное училище, ты должен быть хозяин дома. Ты должен поправить мебель, может, ты можешь сделать какой-то ремонт. Ну, то есть привести свою домашнюю обстановку в порядок. Ну, а когда ты еще и художественно это оформишь, будет приятно показать друзьям, знакомым, пригласить гостей и так далее. А вот и туристы, которые приезжают в Калинковище, в Калинковичский район, часто просят сделать что-то на память, какой-то сувенир. Я к тому, что во многих ли странах нашей планеты, или, может быть, даже Европы, есть уже ваша работа в коллекциях? Две мои работы в Германии. У нас был семинар на базе нашего учреждения образования. И к нам приезжали гости. Ну и таким образом им очень понравилась выставка. И мы им подарили на то, для того, чтобы они вспоминали о нашем крае, о наших людях и так далее. Есть одна работа в Бельгии, есть в Калининграде, есть в Санкт-Петербурге. У меня там сестра живет двоюродная, поэтому мы с ними общаемся. И таким образом там тоже есть работы. Я был на фестивалях трех сестер. И таким образом появились работы в Брянской области, то есть соседней с нашей областью. Поэтому по всему миру они выходят. Это достойно аплодисментов. Обычно, я точно знаю, handmade, он стоит очень-очень недешево. Скажите, сколько стоит ваша работа? По-разному. Но я никогда не был торгашом, и поэтому я не умею торговаться. Если человеку нравится, ради бога, по минимальной стоимости. Это «Добрый вечер, Гомель», Калинковичский район. Сегодня у нас в гостях. Знакомимся с лучшими его представителями. И, конечно же, рассматриваем Калинковичский район со всех сторон. Безусловно, каждый регион гордится своими туристическими маршрутами, гордится своими спортивными достижениями. Об этом и не только расскажет моя следующая гостья, методист Калинковичского районного учебно-методического кабинета Светлана Анатольевна Селюк. Здравствуйте! Ох, и туризм, и спорт. Давайте, наверное, начнем обо всем по порядку. Начнем со спортивной темы, так как, знаете, говорят, движение – это жизнь, в здоровом теле здоровый дух. Какой же он, Калинковичский район, спортивный? Ну, Калинковичский район спортивный, скажем так. В Калинковичском районе культивируется 9 видов спорта. И есть школы, которые их культивируют. Школы очень взрослые, скажем так. Одной школе у нас исполнится 40 лет. В смысле, взрослые, что они уже, скажем так, большой опыт они работы у них? Или они только для взрослых? Да, они существуют долгое время и занимаются подготовкой детско-юношеского спортивного резерва. Спортивным резервом у нас подготовка идет по таким видам спорта, как игровые виды спорта. Это футбол, баскетбол, плавание, шахматы, тяжелая атлетика, легкая атлетика, велоспорт, греко-римская борьба. Я надеюсь, я ничего не забыла. Значит, и специализирующие школы существуют довольно долго. И они имеют богатый опыт, богатую историю. Также у нас профессиональные тренера, которые подготавливают наших детей. И самый вид спорта, которым характерен нашему району, это греко-римская борьба. История этого вида спорта насчитывает более 65 лет. Это только на территории Калинковичского района? Это только на территории Калинковичского района, да, наши борцы существуют, трудятся, работают, передают свой опыт в течение 60 лет и более. Сегодня вы приехали не с пустыми руками. У нас вот представлена небольшая, я так понимаю, коллекция кубков. Да. Расскажите, кто, за что, кому, где вручил эти награды? Когда мы слышим имена таких спортсменов, которые знают практически каждый белорус, таких как Роман Петрушенко, Кирилл Грищенко, Алина Змушко, то мы имеем, конечно, отношение к этим спортсменам, поскольку их первые спортивные шаги начинались в стенах наших спортивных школ.
И таких имен у нас много. Это не только участники и кандидаты на участие в Олимпийские игры, это и победители кубков, призеров мира, различных спартакиад. Тут перечислять можно до окончания этой передачи. Наши лучшие тренера – это Турчин Иван Михайлович, тренер по легкой атлетике, тренера по греко-римской борьбе, которые сами когда-то пришли малышами в секции. Это Алиха Сергей Иванович, Алисейка Александр Владимирович. Те тренера, которые воспитывают будущих, мы надеемся, олимпийских чемпионов. Но помимо тех видов спорта, которые культивируются в наших спортивных школах, у нас еще развиваются в районе такие направления, как бильярд. Также известная в этом виде спорта фамилия – это Колосов Денис, наш земляк. Также буквально за последние годы появилось имя Виктории Макаревич. Это пауэрлифтинг. Также тэквондо, мы сегодня упоминали семейство Петрушка, это один из сыновей Александра, который также является именитым уже спортсменом в данном виде спорта. Скажите, то, что касается развития спортивных секций и вообще оборудования спортивных площадок для занятий и детей, подростков и взрослых. Вот есть такой момент, что есть такое мнение, что жителям областных районных центров, ну, скажем так, достается все и в большей степени. А, например, жителям агрогородков, сельской местности, ну, достается не в том объеме, в котором хотелось бы. В Калинковичском районе спортивным снаряжением, спортивными хобби возможность получить в полном объеме есть у всех? Было бы желание. Конечно, есть. Естественно, мы не сможем равняться с крупными городами, которые имеют большую базу, которые имеют те же ледовые дворцы, какие-то крупные спортивные арены, объекты, какие-то залы. Ну, дело в том, что с тенденцией в современном спорте, не только в спорте высших достижений, но и в массовом спорте, в спорте физической, в разряде физической культуры, здесь главное на сегодняшний день даже не залы, желание. И сегодня большой доступ есть в интернете, чем можно заниматься. Порой достаточно одного эспандера или резинки для того, чтобы полноценно потренироваться. Но мы же с вами понимаем, что или одному тренироваться дома, или прийти так в коллектив точно, единомышленников, да, где у тебя перед глазами хороший спортивный стимул. Ну, на базе наших спортивных учреждений как раз-таки организовано множество секций, как для детей, так и для взрослых, где можно коллегиально заниматься теми видами спорта, которые мы культивируем. Также взять на прокат спортивный инвентарь, оборудование. Для женщин это занятия фитнесом, акваэробикой. Для мужчин это борцовские ковры, татами, возможность посещать тренажерный зал. Спортивные школы как бы ждут и встречают гостей. Также еще помимо спортивных школ работу с населением у нас проводит Калинковичский физкультурно-спортивный клуб, который занимается с жителями района по месту жительства, в том числе в населенных пунктах. Можно сказать, что данный клуб является единственным, скорее, либо немногим из числа клубов, которые имеют свою спортивную базу в сельской местности. Наш клуб имеет три объекта собственных и три объекта арендных, на которых жители сельской местности в том числе могут позаниматься и различными видами спорта, и посещают дети. У нас есть филиалы в сельской местности по греко-римской борьбе, есть тренажерные залы, настольный теннис, бильярд. То есть мы предоставляем возможность для жителей города и жителей района как бы заниматься хотя бы с тем, что есть. И мы на этом не останавливаемся, стремимся развиваться дальше. Так, у нас в 2016 году были построены собственными силами площадка по воркауту. И, кстати, к слову об воркауте, кроссфите, гонках с препятствиями, это такие новые слова не только для Калинкович, но и для Беларуси. Мы хотим сказать о том, что мы большое внимание уделяем не только традиционным соревнованиям, которые у нас проходят ежегодно, это самый древний у нас, скажем, древний, старый такой международный турнир по греко-римской борьбе, который проводится уже тоже более 45 раз ежегодный турнир, который повторяется. В настоящее время на базе бассейна нашего проводится тоже традиционный турнир крещенский по плаванию. Тот же кубок по бильярду, в который посещают страны, такие как Украина, Беларусь,
Этот кубок проводится третий раз и тоже вызывает большой ажиотаж, он дублируется в сети интернет и так далее. То есть вот эти все турниры, они проходят ежегодно и привлекают довольно много любителей спорта, ну и туристов тоже. Так вот про туристов, да. Давайте перейдем уже в туристическую тему. Рассказывайте, насколько сегодня Калинкович готовы принимать туристов и что готовы им предложить? Ну, я хочу сказать, что за последние 10 лет туризм развился довольно сильно во всей Республике Беларусь, не только в Калинковичском районе. Но на своем районе могу сказать, что 10 лет назад у нас не было ни одной турфирмы, ни одной агроусадьбы. И, возможно, даже у нас есть большие объекты, объекты показа, известные всему миру. Но, конечно... Ну, это и древняя стоянка, и Юровичский монастырь. Вообще, когда мы произносим слово «Калинкович», «Калинковичский район», любому туристу на ум сразу приходит Юрович. Потому что Юрович – это наше все. Это объекты показа, стоянка первобытного человека, которая упоминалась в каждом учебнике с СССР. Угу. Также стоянка первобытного человека, археологические памятники – это единственный, наверное, музей на базе общеобразовательной школы, в которой практически можно потрогать кости мамонта. Это наша агроусадьба, которая была открыта первая в районе. Это все Юровичи. То есть Юровичи – это самостоятельный кластер, который готов принять туристов и гостей уже сегодня. Вот вы упомянули слово «кластер». Туристический кластер вы сегодня активно развиваете. Расскажите подробнее об этом направлении, что они собой представляют. В 2016 году мы участвовали в проекте ЕС-ПРООН «Содействие развитию на местном уровне Республики Беларусь» и явились одними из победителей данного конкурса с инициативой создания модельной сети мини-кластеров агротуризма на примере агрогородков Юровичи и Автюки Калинковичского района. Реализация этой инициативы позволила нам не только познакомиться с понятием, что такое кластер, поскольку мы на первых семинарах сидели и не понимали, о чем речь, что хотят от нас, что и хотим мы. Что это мы, за странное иностранное слово? Это за странное слово, мы не могли понять. Значит, по мере реализации инициативы, которая длилась больше 9 месяцев, мы ее рождали, в итоге мы получили само понятие, что такое кластер, как в нем жить, как в нем работать, и какие положительные моменты для себя мы можем из этого извлечь. Значит, в сеть мини-кластеров, которая была модельной юровичская, она осталась работать. Мини-кластер – это система дворовой тусовки, так сказать. Угу. То есть мы кооперируем с объекты агротуризма, объекты показа, культуры, досуга, образования, индивидуальных предпринимателей, ремесленников, которые работают с единой целью – привлечь туристов, развить свой бизнес, обозначить свой район, обозначить себя и таким образом развиться самостоятельно и развиться в комплексе. Сергей Терентьевич, по вашим наблюдениям, насколько активно сейчас турист прибывает в Калинковичский район? И это кто, белорусы или все-таки иностранцы? Кого больше? Ну, учитывая то, что Калинкович как бы транзитный город, да, туристы прибывают периодически в наш район. В большинстве, конечно, это белорусы, но и много приезжают россиян в том числе тоже. А туристы что в первую очередь хотят посмотреть? Сам город, окрестности или все-таки всех манит стоянка древнего, первая стоянка человека? Ну, вы знаете, объекты показа, которые есть в Калинковичском районе, они существуют давно, как мы уже знаем, да, из каких времен. Есть еще объекты, которые менее знакомы туристам. Это усадьба, парковый ансамбль в Липово. Это Азаричи, лагерь смерти жертвам концлагерей. И музей краеведческий, музей школьный, о котором я говорила. То есть объекты показа сами по себе существуют, но, как показывает практика в индустрии туризма, она должна быть развита, должно быть еще что-то. И мы в своем районе пришли к тому, чтобы сделать акцент на событийный туризм. По моему мнению, это то, что привлекает сегодня в район наиболее
больше и чаще туристов. Мы проводим ежегодно много мероприятий, которые со временем становятся брендовыми. Мы сегодня упоминали об автюках. Фестиваль народного юмора – это бренд. Это тоже то, что говорит о городе и то, что обозначает его как наш район, как интересный туристу. Также у нас развивается религиозный туризм, паломнический туризм, и проводится ежегодный крестный ход с иконой Юровичской Божьей Матери по направлению из Мозыря через Калинковичи в Юровичи, в монастырь, который тоже известен каждому практически жителю Беларуси. Также новшество нашего района – это крестный ход на велосипедах, когда верующие двигаются по тому же маршруту, тоже из Мозыря в Юровичи. Также у нас в 2017 году впервые в области мы провели такие соревнования, которые называются «Зона рейс». Это гонки с препятствиями. Они так понравились нашим жителям и понравились туристам и приезжим, что мы их провели 2 раза. И в будущем году также планируем проводить 2 раза. Ну и те спортивные мероприятия, о которых я говорила, которые ежегодно также привлекают туристов. В 2017 году очень хорошо у нас проявила себя интерохота, организация охот-туров для иностранных граждан. Мы снова в студии программы «Добрый вечер. Гомель, Калинковичский район». Сегодня у нас в гостях. Я с огромным удовольствием спешу пригласить начальника отдела идеологической работы Калинковичского райисполкома Инну Николаевну Сафронову. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Но познакомились мы практически со всем районом, узнали и какие-то исторические моменты, узнали экономические и поговорили о людях подрастающем поколении. Так в чем же, на ваш взгляд, уникальность Калинковичского района? Уникальность Калинковичского района прежде всего в его людях, в их гостеприимстве, в их трудолюбии, в их умении хранить традиции и обряды своих предков. Ну и, конечно же, как трудятся, так и отдыхают с песнями, с веселостью, с раздором, с таким задором. Вот буквально до вашего появления мы тут говорили и про туристические маршруты, и про исторические объекты, которые были бы интересны туристам. И вы знаете, я специально не стал развивать тогда тему каких-то старинных обрядов. Я знаю, что на территории Калинковича есть уникальный обряд, называется он «Перенос свечи». Все верно. Обряд очень древний, сохранился он по сей день. Расскажите, как удалось его сохранить и что он собой представляет? Действительно, в нашем районе, в деревне Новинки, есть замечательный обряд «Перенос свечи». Сохранился он, конечно, благодаря самим людям, их желанию, веры в этот обряд. Значит, икона хранится целый год у людей в доме. С вечера люди приходят, молятся, читают молитвы, ужинают, а на следующий день приходит священник в этот дом, опять проходит служба, молитвы, и эта икона выносится из дома и передается в следующий дом по очередности. Дорога, по которой будет переноситься эта икона, устилается тканью. Впереди идет, как правило, старший житель деревни, несет крест деревянный, несется зажженная свеча и вот эта замечательная икона, которая украшена цветами. Несут эту икону люди, как правило, с принимающей стороны девчата, и все население, их не приглашают, они сами приходят на этот обряд, стараются пройти под этой иконой, зная, что она своим светом и теплом освещает, исцеляет и защищает. Когда доходят до дома принимающей стороны, хозяева обмениваются хлебом солью, целуют икону, 3 раза обходят вокруг стола с едой, заходят в дом, там опять проходит служба, освещают воду, эта вода выливается в колодец этого дома. И эта вода целый год считается святой. И никто из жителей этого дома не имеет права отказать населению. Берут эту воду столько, сколько считают нужным, иначе это считается грехом. Скажите, сколько лет этому обряду? Этот обряд проводится с 19 века. По настоящий день. Икона, она сохранилась, именно та старинная, или...
икона... Или ее уже заменили чем-то более современным. Когда строился храм, икону заменили Святой Троицы. На второй день Троицы проходит этот обряд, и как раз-таки икона, соответствующая этому. Послушайте, но для того, чтобы сохранить все эти традиции, я прекрасно понимаю, что это колоссальный труд. Это кто эти люди, которые по крупицам... собирают, восстанавливают, заполняют белые страницы истории Калинковичского района со всеми старинными традициями? Естественно, это очень большой труд. У нас в районе 45 клубов, и в каждом клубе уделяют должное внимание этой работе. У нас есть обряд на Благовещение. Березовские переливы проводят этот обряд с хороводами, с песнями. У нас директор Горочичского клуба Виталий Кулик, изучая историю своего края, написал произведение «Ведьма Полесская». Угу. Ну и продолжает работу в этом направлении. У нас в деревне Козловичи открыта в пустующем доме этнохатка, в котором хранятся представлены предметы быта и культуры наших предков. У нас также районная газета «Калинковичские новины» издала замечательные книги «Льется память Ирака», «Набера Зимора Геродота», «Калинковичский минослов», в котором... очень много информации, исторических аспектов. Кстати, хочу нашим зрителям сказать, что мини-библиотека из всех этих книг, про которые мы сегодня говорим, представлена у нас в студии. Так что при желании можно будет взять и полистать, и почитать. Конечно, они очень познавательны, интересны для любого. Безусловный бренд района – это Автюки. Вот как так получилось, что именно у вас, столица белорусского юмора, поселилась именно у вас в Калинковичском районе? У нас чудесный есть бренд «Автюки». Это жители малых и великих Автюков. Они себя называют «запольцы» и «забродцы». Еще в 1911 году этнограф Исаак Сербов при посещении Полесского края уделил должное внимание этим людям, что они особенные и своим прекрасным внешним видом, и особенностью разговорной речи. Наш почетный гражданин Калинковичского района и заслуженный деятель искусства Липский Владимир, посетив великие малые Автюки, записал их шутки, анекдоты. И потом стало ясно, что это не просто шутки, не просто анекдоты, это душа народа. И так родилась идея проведения этого фестиваля. В 1995 году прошел первый фестиваль с хорошим размахом. В 2016 году восьмой по счету прошел фестиваль. Каждый раз он проходит с чем-то особенным. Был и Автюковский зоопарк, и открытие памятника Колоску и Калинке. Была и женитьба Колоска и Калинки. Открывалась аллея звездных ног. То есть каждый раз что-то новое, необычное, замечательное. Но если уже Колоску и Калинка поженили, следующее можно уже сделать пополнение в семействе Колоску. И этот обряд мы уже проходили. Итак, друзья, под ваши аплодисменты я хочу представить. Сегодня у нас настоящие автюковцы в гостях. Ребята, заходите, рад вас видеть. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы знаете, если честно, давно хотел вот оказаться рядом с вами, потому что, честное слово, вижу вас только или по телевизору, или где-то на сцене. Теперь вы рядом со мной. Рассказывайте, как дела? Отлично дела. Все прекрасно, весело, здорово. Живем, веселимся. Вопрос, который хотел задать, глядя на вас на сцене. Как, откуда, где у вас эта энергия, которой по большому-то счету можно отапливать малые города? В образы мы берем с наших мясцовых жихаров. Звездок великие, малые Автюки. А местные это жители знают, что это вот именно с них скопировано? Конечно, они ведают, что из них скопировано это, бо они сами так живут, сами так шутят, сами так працуют, и вот мы, как люстерка, люстровываем их. Великолепно. Ну вот я смотрю, среди вашей женской команды единственный представитель сильной половины человечества. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Как вам в этом юмористическом женском коллективе? Весело. Друзья, замечательно, все прекрасно и весело. Я вас люблю и обожаю, честно признаюсь. Сейчас вот на дворе январь месяц. Скажите, уже к следующим Автюкам, к летнему сезону готовите программу? Все давным-давно готово.
мы готовы. Осталось только посеять огород. Як только зацвете липа, як загудуть над ее пчелы, як понесуть мед на медовуху, зробим мы свою рогатуху, тогда все собирайтесь и приезжайте к нам на фестиваль. Мы будем вельми вам рады. Бо коли народ смеется, расстилающий обрус, значит весело живется. Будет жить Беларусь! Это, безусловно, с этим никто не спорит. Друзья, как мне жаль, но время нашего эфира ограничено. Буквально несколько слов. В канун 80-летия Гомельской области несколько слов пожеланий от вас всем, кто нас сейчас смотрит, всем жителям Калининковского района и Гомельской области в целом. Я желаю всем огромного-огромного счастья, веселья, тепла и уюта в домах. И пускай все будет у нас все самое лучшее, все всегда сбывается. Сергей Терентьевич. Я бы хотел всем пожелать здоровья, любви, удачи, чтобы все задуманное сбылось. Ну и чтобы мы отметили 80-летие нашей области достойно. Безусловно, так и будет. Вам слово. Я хочу всех пригласить к нам в гости, к нам в район, на наши замечательные агроусадьбы, на наши событийные мероприятия, на наши фестивали. Приезжайте, мы рады гостям. Особенно в 2018 год, год туризма, мы готовы делать новые шаги, радовать и своих жителей, и жителей Республики Беларусь, ну и, конечно, иностранных граждан. Ну а сегодняшний добрый вечер завершают прекрасные артисты из самой веселой деревни Калининковского района Гомельской области. Это из Овтюков. Давайте встретим их бурными аплодисментами. Добрый день, поважанные сябры земляки! Привітанне, людзі добрыя, ад усяго нашага аўцюкоўскага краю. Чым знакаміты наш край, знаюць нашы землякі. У нас жанчыны ўсе калінкі, а мужчыны каласкі. Такі шо, мілыя мае, у нас шмат ёсць прычын ганарыцца нашай зямлёй, але ж галоўная гордасць нашай зямлі гэта людзі, я маю што пра іх сказаць. Шчырыя, гасцінныя, працавіты. Стильные, гуморные, да веселые! Ох. Ой, слухайте сюда, и заправды, у нас люди, как люди, что хорошо спевают, что добро працуют, что весело жартуют, да такие, что слава про нас докатилась аж до вас. Ой, а ехали мы до вас, кто на козе, кто на возе, кто на кожной нозе по джерзе, как только с вами побачиться! Ой, прийшла ж до нас телеграма з запрошенням, де у якої говорилося, що ми гоноровані жихари нашого району. Так я ж от щастя чуть не обомлела, ой, де чуть не впала, але ж собралася, ноги у руки, де побігла збиратися. А я на гэтым слові і кажу, а як же нам нашу куму, доньку Стрігалку, Івана Бахіри жонку не взяти, а? Ну, конечно ж, як же ж без куми. Ой, а я як почула, що мені беруть з собою, да ще на телебачення, да як скопнула лахи под пахи, да хоче у наше місце Япо. Ну, з пустими ж руками нельга їхати. А там моя телечка, Авдотья Сидоровна, ну, костка шепелявая, по-нашому, по-вуличному. Так я і кажу, чуєш що, ведаєш, позвали мене в область, так і ти поїхали со мною. Ой, слухайте сюди. Это же мне какая-то тейка все рассказала. Но... про это. Про то я про куды поедам. А это ж подслухала, покуль стояла у черзе. Наша местная репортерка. О, тая. Юлия Марковна. Слухайте сюды. И она завсёды все ведая. Все знея, все бачить. Все, все капитально. Правда. Так это ж покуль мы выскочили на тую шашу. Глядим, стоит, махаем. Все. Маш на тую тормозить. Так мы ж... Поглядите, заняла полдороги. О, не проехать, не объехать. Мусили взять с собою, ну. Угу. О. Ну, поважанные, вот мы все и тут. И уже. Тут. И да, тут. Приехали. Ой, ой, ой. Побачьте. Нет, не нравилось. Ох, я побачила, что майну линейку следом за ими. Ой, нравилось высокому горами. Пробиралася высокама лясама цёмнама, катілася широкама дарогама, скаканула цераз зялёны бор і папа.
попала к вам у двох. Поважаные сябры, это ж наша головная овцючка Федора Пантелеймоновна. До речи, ровесница самого Будьонага, революционной закваски девка. 90 годов бабе, а я на все у девка ходит. И сюда приехала, мабуть, женихов шукать. Так? Ой, мои дороженьки, не замужем я. Ты николи туди не сходила, хоть бы разочек побывать. Ох, як. А я ж на все село была первая гилди девка. Ой, як. А я никого себе так и не нашла, никто не посватался. Тут чуть спереду заду весь район обглядела, никого не нашла. Ой, як. Думаю, может, тут в области мне пошанцует, якого человека знайду. А то бесчеловечная я. Нема в мене чоловіка. Ой, хвалюся, не хвалюся, Федора Пантелеймоновна, не хвалюся, знайдем ми собі прихильників. У нас після передачі вонь кольки їх буде. Ой, побачте, люди, добре, а? Що у тей, а? Одно на умі. І заправди, слухайте, сюди, люди, добре, а? У нас у чуках завжди все так. У нас же смеется ручная вода с болота, бо оно зибается. У нас смеется котел с горшка, бо той черный. У нас усе со всех смеются. Але ж это и правильно. Того, что смех, это не только Божий дар, але и молодик здоровья. Так и что таки мы вам жадаем? Моцного здоровья и доброго настроя. Каб ни у кого ничего не выходило со строю. Ой, а я вам жадаю за все ты жартовать. Смеяться и николи ничего не бояться. Ой, поважаненькие сябры, а мы ж вас запрошаем у нашей вёски, каб вы поспытали присмаков тюковских. Смачной рогатухи, сала с блинами, бо все это вельми любим мы сами. Ой, а еще мы вельми любим спевать, ты веселиться. А ну, голосок дороженьки, бери гармоник. Девчаты, давайте заспеваем наши... Привет! Привет! Заняли.